поездка первая непосредственно вот с, посвященная какому-то историческому событию, то есть вот непосредственно работа с ветеранами. Да, такое мероприятие первое. Оно будет проходить по маршруту Тюмень, Тобольск, Ишим, Заводуковск, Елуторовск, Тюмень. Пройдет это, начинается пробег сегодня, заканчивается в воскресенье. Общий километраж маршрута около 1000 километров. В каждом населенном пункте, крупном, и где намечены непосредственное общение с ветеранами, то есть также будут вручаться подарки от нас, от наших генеральных партнеров, общение с ветеранами, то есть, ну вот как-то так.